Всем привет, дорогие друзья! Когда Terra Classic будет стоить 2 бакса, сегодня я вам расскажу. Уже не один раз мы говорили о том, что Terra Classic будет стоить 1 бакс. Но мы не говорили о том, когда Terra Classic перепишет данные отметки. Сегодня мы поговорим об этом. Сказок в этом видео не будет. Будет только правда. Поэтому если вы думаете, что я буду читать новости и говорить вам, что же происходит, то нет. Я дам вам объективную фундаментальную информацию. Те вещи, которые я озвучу, напрямую коррелируют с ценой Terra Classic. Ну а перед началом данного видео поддерживайте его лайком, так как это мотивирует меня на запись последующих видео. И давайте сразу переходить к делу. Прямо сейчас подгоняется позитивный новостной фон. Да, на данном этапе мы видим рост по Terra Classic, и данные движения в глазах хомяка должны быть оправданы. В новостях не скажут, что цену просто пампят. Цель данного пампа – засадить хомяков. Да, изначально цену пампят, затем распределяют на хаях. Параллельно с распределением мы видим хороший новостной план. Мы видим призыв к покупке. Во всяком случае, здесь было именно это. На падении уже позитива не было. Был страх. Был наоборот негатив. Хомяки боялись. В это же время Binance тестировал сжигание. Да, именно то сжигание, которое работает по сей день. Об этом мы говорили. И покупали на данных отметках. По итогу мы получили памп. И здесь тоже было распределение. Хомяков засаживали. Выходили хорошие новости. Приходила новая кровь. И люди покупали Terra Classic на росте, допуская грубую ошибку. Данные люди покупали на хаях. И, соответственно, остались засажены. Здесь манипуляторы намеренно не пускали цену выше. Киты разгружали свои позиции и обнулили данный рост. Во время страха хомяки фиксировали свои убытки. Деньги перетекали от слабых рук к сильным рукам. И подобный паттерн у нас повторяется прямо сейчас. История всегда рифмуется. И у каждой монеты есть свой характер движения. В принципе, сейчас мы видим рост. И данный рост вызван манипуляторами, а не новостями. Новости – просто отвод глаз. Конечно, фундаментальная составляющая в некоторых новостях есть. И подобные новости мы с вами тоже разбираем. Но по большей части рынок манипулятивен. И все, что есть на рынке, это спрос и предложение. Когда же Terra Classic будет стоить 2 доллара? Сейчас я вам отвечу. Давайте перейдем к комиссии, к циркулирующей, которая сейчас в обращении. Как видите, монет очень много. И большую часть монет начеканили во время скама. В рынок влили огромное количество монет, которые просто начеканили. Данные монеты раскидывали по рынку, продавая наивным инвесторам. Чтобы Terra Classic подошла к 2 баксам, то есть пробила 1 бакс и пошла выше, нам необходимо сжечь все эти монеты и оставить примерно 1 миллиард. Да, 1 миллиард в обращении. Тогда Terra Classic будет восстанавливаться. Самые сильные руки дождутся рост. Слабые руки закроются по ходу роста. Именно с расчетом на данный сценарий я и удерживаю холдовую часть. Именно поэтому сейчас мы наращиваем общее количество монет по Terra Classic. Данный сценарий имеет право на жизнь. И если Terra Classic восстановится, то данная монета будет легендой. А это вполне реально, так как механизм сжигания работает. И прямо сейчас монеты сжигаются. Эмиссия постепенно уменьшается. Медленно, но верно, дорогие друзья. Как видите, на бычке монеты стали сжигаться быстрее. А все потому, что объемы возросли. И это только начало. При грамотном подходе и при грамотном маркетинге хомяков засадят. Заберут у них средства и реинвестируют их в развитии. Все максимально просто. По такому принципу манипуляторы и работали. И поверьте мне, дальше они будут делать именно это. Биткоин почти переписал АТХ. Находимся мы сейчас в середине цикла. Хомяков будут выбривать перед ростом. И далее мы пойдем снова наверх.
Случайных пассажиров не будет. Заработают только те, кто верил. Заработают только те люди, которые набирали вместе с нами заблаговременно. Нам терять нечего. Сейчас мы находимся в плюсе. Биткоин мы уже не покупаем. Терру Classic мы перенабирали. Последний раз здесь. И на данном этапе мы тоже находимся в плюсе. Но учитывайте все предыдущие спекуляции, так как мы на рынке довольно-таки давно. В данную игру мы играем с самого начала, поэтому результат гарантирован. Если вы делали все правильно, если вы набирали по моим рекомендациям, то вы сейчас тоже находитесь в плюсе. Живую прибыль мы забираем и реинвестируем дальше. Это только начало, и мы придем к нашим целям. Альткоин сезона у нас еще не было. Альта себя еще не проявила. На данном этапе можно набрать кучу разных проектов и занести их наверх. Есть много новой альты. Лично я не акцентирую внимание только на Terra Classic. Я работаю также и на других проектах. Шибу мы набирали здесь, забрали прибыль. Чиа мы набирали на днище, когда всем было страшно, и забрали X2. Флоки мы набирали тогда, когда большая часть людей о крипте даже не знали. И забрали мы 6 иксов. Ко всему необходимо готовиться заблаговременно. Бежать в последний вагон нельзя, иначе вы просто потеряете. На росте я не покупаю. Я подбираю те монеты, которые находятся на днище прямо сейчас. Если вы имеете желание набирать подобные монеты вместе со мной на подобных отметках, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити и забирайте прибыль вместе с нами. Помимо сигналов, вы получаете также полное обучение. 4 закрытых курса. И с набором правильных инструментов вы двигаетесь вместе с нами, получая своевременные рекомендации. Как только я что-то набираю, я сразу отписываю здесь. Я даю гарантию, что вы заработаете, если будете поступать так, как поступаю я и моя команда. Ничего своего придумывать не нужно. Наша цель — идти за манипуляторами, набирая то, что набирают они. Чтобы узнать, что сейчас необходимо набирать, мы анализируем тенденцию рынка. Мы анализируем поведение китов и набираем то, что набирают киты. Рынок цикличен. У каждого направления есть свой цикл пампа. Старые монеты пампятся в определенный период. Новые проекты пампятся почти сразу, так как у данных проектов небольшая капитализация. На прошлом цикле все это было прекрасно видно. NFT, GameFi, все эти направления периодически пампились. Прямо сейчас происходит то же самое. Подбирайте правильные монеты. Заходите своевременно. Зарабатывайте, реинвестируйте и снимайте сливки, пока рынок дает такие возможности. Не акцентируйтесь только на Terra Classic. Монета, конечно, имеет потенциал, но это игра в долгую. Параллельно можно забирать прибыль из других направлений. Не теряйте время. Бычий рынок у нас начался. И прямо сейчас необходимо формировать портфели из новых проектов, которые будут кормить вас весь бычий рынок. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!